Ребят, всем привет! Сегодня у нас 9 августа. Покажу машины, которые пришли под заказ клиентам из Японии. Также напомню, что праздники с 12 по 18 число в Японии, поэтому там аукционы не будут работать, будет небольшая пауза. Вот сейчас актуальные модели, вот Сиенту покажу, которые можно сейчас привести под заказ без проблем. Везо не гибридные, Танк, Руми, там, Subaru X-Way и так далее. Все эти машины без проблем сейчас можно привезти из Японии под заказ. И намного дешевле, чем на авторынке. Потому что на ту же литрушку, вот, на авторынок, если везти на продажу, надо платить полный утиль. То есть она там можется на юрлицо с ГЛОНАССом. И, допустим, если вот эту мы машину, допустим, привезем, бюджет, допустим, 1 000 000, там, 1 100 000, то прибавляйте просто плюс 200 тысяч рублей, если ее покупать на продажу. Плюс еще надо что-то заработать. То есть, ну, получается намного дороже. Поэтому сейчас все заказывают, все больше и больше заказов, все именно под себя с аукциона. Ребят, Honda Stepwagon в стареньком еще кузове, 15-й год, RP3 кузов, передний привод на красивом штатном литье. Кожаные вставки на сиденьях, кожаный руль. Хотя, ребят, 15-й год, вы посмотрите, какой он красавец. Сейчас он актуален просто как никогда, потому что 1,5 турбо под капотом, вариатор, он не санкционный. В общем, покупайте, сейчас заказывайте, привезем и 15-й, и 19-й год, все в зависимости от, там, от бюджета. Кожаный руль, мультируль. Круиз-контроль с 16 года будет уже адаптивный круиз-контроль. Лепестки, туманки, две электродвери, кнопка старт без ключевой доступ, подогрев передних сидений, подогрев зеркал, заднего стекла, климат-контроль раздельный, пассажир-водитель. Такая красивая здесь магнитола стоит. Здесь все красиво, посмотрите, как сделано. Ну, а Vox Esquire мы, конечно, тоже можем привезти, но он санкционный, будет идти чуть дольше и чуть дороже. Двери везде, ребят, где электро, вы никогда их не бойтесь. То есть, вот они, она сейчас электро, нажимаем вот такой флажок на Frit, там, на Frit Plus, на Сиентах. Вот сейчас покажу вам или показывал уже Сиенту. Все, вот посмотрите, она сейчас стала механической, видите? Везде, где есть электродвери, они выключаются и становятся механическими. И не надо их бояться, они не ломаются, это японская техника. Второй ряд раздельный, вот он, третий ряд. Есть вторая, ребят, печка, кондиционер, все как надо. И смотрите, вот мы защелкнули, да, ее, нажимаем сюда, щелк, все, они стали электро. Очень удобно, опять же, практично, круто, посмотрите, все, и дверь поехала. Или не поехала. Давайте на кнопочку нажмем, close, закрыть. Все, дверь поехала. Все, красотень, очень удобно. Так, у степ-вагонов есть своя фишка, все вы ее, опять же, знаете, дверь пополам, да, делится, можно открыть вот так, чем-нибудь закинуть, и можно открыть ее вот так. Опа, будьте аккуратны, чтобы она вас вверх туда не улетели, вы вместе с дверью. Вот здесь высокий потолок, подсветки, второго монитора, к сожалению, нет, но очень много места. Третий ряд убирается, складывается, и получается большой багажник. 15-й год, давайте аукционик, ребят, посмотрим. Мы не посмотрели на него аукционик, а это очень важно. 4,5 балла, 66 тысяч родной пробег, вот он весь целенький, есть царапины. 4,5 балла, 66 тысяч пробег, очень хорошая комплектация, 15-й год, вот он номер кузова, пробивайте, смотрите, все бесплатно бьется в статистике Валиада. Вот, ну и примерно начинается такое от 1 700 000 и пошли уже вверх, да, там до 2,6 миллиона, в зависимости от года, пробега, комплектации и оценки. Ребят, Honda Vezel, тоже сейчас актуальная машина, не санкционная, привезем под заказ, привезли вот эту машину под заказ из Японии клиенту. В общем, у машины полторашка, вариатор, передний привод, есть еще ВД, данная модель передний привод. У данной модели хорошая комплектация, RS, они еще бывают X. И турбо, тоже полторашка турбо, то есть тауринг называется. На РС отличается тем, что у него есть подогревы сидений, есть вот такие красивое литье, кожаный руль, мультируль, адаптивный круиз-контроль, удержание на полосе, отвечаем на звонки, магнитола, Bluetooth, DVD, USB, все здесь есть. Также
сенсорный климат-контроль, подогрев сидений передних, кнопка старт без ключевой доступ, есть лепестки туманки, подогрев зоны дворников, парктроники в круг, камеры на предстолкновение и удержание на полосе. Японец еще оставил здесь регистратор. У данной машины 4,5 балла, 23 тысячи родной пробег, вся абсолютно целенькая. Вот видите, комплектация RS. Вот пробивайте в статистике, смотрите. 4,5 балла, 23 тысячи пробег. Тоже актуальная машина, сейчас под заказ. Люди покупают и будут покупать. Так же, как и конкурент вызову, Toyota CHR, тоже сейчас актуально. Место спереди, место сзади. Опять у нас идет дождь. Вот багажник, полка. Сейчас багажник закрою или не буду пока закрывать. Багажник весь целенький, все хорошо, просто... Я почему не закрываю, потому что ключи внутри, Honda может закрыться. То есть ключик, если слабенький, батарейка, то может закрыться. Поэтому какую-нибудь одну дверь можно оставить открытой. Допустим, вот так сделать. Да, вот так вот. X-комплектация сейчас примерно 1 800 000 стоит. RS-комплектация стоит примерно 2 100 000 рублей. И если вам нужно Touring, турбо, да, полторашка турбо, тогда... РУ-1, да, передний привод, не гибрид. Вот тогда цена тоже где-то 200-220. Вот такой вызов сейчас привезти под заказ из Японии. В идеальном состоянии, 4,5 балла, с пробегом до 50, ну и 20-й год. Ребята, это Сиента. Пришла также машина клиенту под заказ из Японии. Еще успели растаможить, можно продать. Хорошая, ребят, комплектация. Кожаный руль, мультируль. Две электродвери. Круговой обзор. Кнопка старт без ключевой доступ. Большая магнитола, климат-контроль. Давайте запустим, посмотрим круговой обзор. 4,5 балла. У машины 29 тысяч родной пробег. Есть подкрас крыла. 4,5 балла. Вот, показывает здесь зеркало. Так, круговой обзор. Можно здесь нажать кнопку, если он будет работать вот так. Или можно просто при включении задней передачи. Все это вот так работает. Очень красиво. Есть тахометр. Я думаю, Сиенту вы все знаете. Японочка наша разговаривает. Колпаки, как обычно, в машине все лежит. Есть родные тоже туманки. Пищалки в дверях. Хорошая здесь музыка. Вот они, две электродвери. Вот, ребят, это фан-бас комплектация, 5 мест, раскладывается вот так в ровный пол. Вот он, второй ряд сидений. Спинка тоже регулируется, здесь вот так можно положить, то есть и ребенку спать, если в кресле еще что-то. Ну, очень удобно, практично. Ну и куда-нибудь поехал на природу, спокойно что-нибудь закинул, загрузить, да, можно хоть что сюда. И очень практично, удобно, в общем, как Freed Plus, да, конкурент Freed Plus. Опаньки. Что еще здесь рассказать? У машины, ребят, 1.5 мотор, передний привод, стоит вариатор. Вот 4,5 балла, 29 тысяч пробег, 19-й год. Парктроники, камеры в круг, климат, кнопка, все-все здесь есть. Вот такой красавчик примерно обойдется. Он еще и двухтоновый, черная крыша, красный низ. Примерно 1 500 000 рублей. Ну, плюс-минус. От 1 400 они начинаются и пошли вверх до там 1 600 000, в зависимости от комплектации, пробега и оценки. Ребята, это Руми. Пришла машина клиенту под заказ из Японии. Сейчас тоже машина актуальна. Вести под заказ. Объем 1 литр. Стоит вариатор, передний привод. Вот давайте сяду. Очень шумно, конечно, сегодня на стоянке. Грузовики работают. Мультируль, круиз-контроль, две электродвери, кнопка старт без ключевой доступа, автосвет, камеры на предстолкновение, удержание на полосе, климат-контроль, подогрев передних сидений. Здесь, значит, магнитола двухдинного. Все здесь, ребята, есть. И двери, так же, как я и говорю, вот одним щелчком становятся механические и электрические. Очень, опять же, удобно. Под капотом литр, трехцилиндровый мотор, вариатор. Есть модели турбо, есть модели не турбо. Есть на обычной фаре, есть на LED-фаре, да, как вот этот вариант. Но здесь хорошая очень комплектация, поэтому дороже.
Давайте покажу. Вот она, электродверь. Места, ребят, здесь очень много. Посмотрите, очень высокий потолок. Любому здесь удобно будет сидеть. Сзади тоже достаточно много места. Хотя с виду машина маленькая, но она, ребят, поверьте, не маленькая. И камера заднего хода, это все, естественно, присутствует. Все магнитолы поддерживают практически USB, DVD, Bluetooth, там все в них есть. Ребят, забыл вам показать аукционик. 4 балла, 24 тысячи пробег, весь целенький. 19-й год. И такой, ребят, можно купить примерно за 1 миллион рублей сейчас под заказ из Японии привезти. Но миллион 100, в зависимости от комплектации, вот пробега и оценки. Видите, здесь LED-фара. Есть и климат, и кнопка, и электродвери, и, короче, есть и подогревы, все в нем есть. Это самая такая, так сказать, дорогая версия, да, еще есть дороже, они с круговым обзором. В общем, примерно 1 100 000 под заказ сейчас привезти из Японии. Honda, ребят, Insight, машина пришла к клиенту, привезли под заказ из Японии, красивое очень литье, седан от Honda, вот сейчас люди приехали, забирают. А в какой город? Челябинск поедет машина. Такой красавчик, сейчас все покажу. Новый абсолютно. Здесь уже новая коробка, вот эта EHEV, как у всех идет. Кожаные сиденья, электро. Сиденье электро, все регулируется. Но вот сразу могу сказать, сейчас в нее сел. Ребят, что здесь метр 80 будет всем комфортно сидеть. Вот, то есть она такая вся крутая. Сейчас я вот сяду, дверь закрою, покажу. Вот так вот сел, да, в нее. Ну, прям красота. Вот я 1.70 м, мне удобно. Клиент, которого сейчас заказал, да, и забирает, он даже еще меньше, наверное, 1.65 м плюс-минус. Вот, ему тоже будет удобно, комфортно. Если вы весите там больше, не знаю, там 90 килограмм, и у вас с ростом 1.80 м и выше, я думаю, вот так даже, то вам здесь явно будет неудобно. Но сама машина по себе обалденная. Она визуально там красиво, некрасиво, вы смотрите сами. Но внутри обалденно. Выглядит очень комфортно. Здесь бардачок, электронный ручник. Здесь уже нет как такового селектора, кнопки. Есть спорт-режим, есть принудительно ехать на батарее. Качество, ребята, освещения, конечно, ужасное, потому что у нас вот такой туманище и дождь идет. Штатная магнитола, Bluetooth, DVD, USB, все здесь есть. Здесь не нужно активационную флешку, газерс, это родная их штатная магнитола. Подогрев зеркал, подогрев сидений, климат-контроль, мультируль, адаптивный круиз, удержание на полосе, кнопка старт, бесключевой доступ. Этот пилот, да, автопилот, туманки, парктроники в круг. Здесь пишет нам сейчас, что нет батарейки, вот так Honda пишет. Ну, человек просто ключ с собой унес и все. Вот, ну вот электронный ручник, все сервоприводы, все работает, все красиво. Полноценный, ребят, гибрид. И из Японии мы его как вот и привезли клиенту, так и все еще привезем. Кожаный руль, кстати, тоже. Кожаное сиденье, вот кожаный руль, все родное. Есть еще, ребят, лепестки, можно поиграться передачами. Очень круто. 4,5 балла, 41 тысяча пробег, абсолютно весь целенький, посмотрите. Вот ESS пробивайте по номеру лота. 4,5 балла, 40 тысяч пробег, 19-й год. Клиенту она встала 1 900 000 рублей. Сейчас, конечно, будет подороже, так как это уже санкционка считается. И будет подороже. Но вот пищалочки в дверях. Здесь кожаные вставки на дверных картах. Давайте посмотрим, что там идет. Идем дальше. Здесь вот багажник открывается. Можно сзади подойти, на кнопку нажать, ну или здесь. Вот место сзади, ребят. Место сзади. Все на коже, все красиво. Ну, грязненькая пришла. Надо помыть, конечно, будет вид совсем другой. Вот здесь есть кнопка открытия, ну или в салоне. Достаточно большой багажник. Здесь ремкомплект, домкрат, все лежит. Опа. Вот такой, ребят, красавчик. Едет в Челябинск. 1 900 000, 4,5 балла, 40 тысяч пробег, 19-й год. Ребят, Toyota Alphard пришла машина к клиентам под заказ. Сейчас забирает. В какой город? В какой город? Тамбов. Машина поедет.
Передний привод, под капотом 2.4 двигатель, стоит вариатор. Японец сделал V6, хотя, естественно, мотор четырехцилиндровый. Какой-то новый выхлоп, парктроники в круг. Есть красивый модный, хорошее литье, резина. Два ключика пришли. Вот они. Опа. Что внутри, ребят? Это не гибридный, обычный мотор, обычный вариатор. Кожаный руль с косточкой, круиз-контроль, туманки, кнопка старт бесключевой доступ. У него две электродвери. Кто не знает, где они вообще? Так, климат-контроль раздельный, пассажир-водитель. Магнитола хорошая, большая стоит. Вот у машины, опа, 4 балла, 90 тысяч родной пробег. Вся абсолютно целенькая. Вот здесь только на бампере царапка. 4 балла, 90 тысяч пробег, 12 год. И клиент говорит, встал примерно 1 900 000. Вот, попали тоже на таможню, на курсы. Ребят, еще раз говорю, вот такие вот непроходные с большим объемом, 2.4, да, брать, конечно, страшненько. В плане, там очень сильно влияет на пошлину, да, курс евро. Курс евро растет, и так пошлина больше 1 000 000 рублей. Ну, еще, естественно, становится еще больше, больше и больше. Так, электродвери, ребята. Они электро вообще, нет? Да, они электро. Я что-то не знаю. Ну, ладно, я сейчас найду. Я настолько вижу редко вот эти альфарды 12-го года. Вот он, третий ряд сидений. Здесь есть подстаканники. Очень много места. Самый большой автобус в своем классе. Ну, вообще у японцев. Вторая печка тоже есть. Здесь второй ряд раздельный. Вот, ребят, кнопки у них вверху. Электродвери. Вот, вместе теперь смеемся, потому что вот настолько редко они приходят. Но, ребят, это уже не 3,5, не 4 миллиона, да? 1 миллион всего. Примерно 1 900 000, да? Примерно 1 900 000, 12-й год, 4 балла, сколько там, 90 тысяч пробег, весь абсолютно целый, 4-бальный. Вот тут его помыть, фары полирнуть, в себя привести, и все. Будет красивый, не ржавый, как новенький, на литишке. Вот, кто хочет пробить аукционник, пожалуйста, вот он номер кузова. Давайте посмотрим, ой, снизу. Опа, все-таки 12-й год, еще есть запаска. Посмотрите железо, состояние железа у 2012 года машины. Ну и на секундочку, потому что вы сейчас все побежали покупать китайцев, которые сгниют через 2 года до дыр. 2012 год. Японцы их даже не моют, эти машины, потому что считают, что ну зачем я ей так продам. Вот так выглядит 2012 год под капотом. И снизу вы сами видели, это японец, и он в 100 тысяч раз качественнее ваших всех китайцев, корейцев, ну и тем более нашего отечественного автопрома. Вот такой красавчик, 1 900 000.